чудо! Как правило, 31 декабря. Как правило, 31 декабря Федору здесь, в Японии, сопутствует удача. И надеемся, что эта удача сейчас также будет ему помогать. Джон Маккарти судит этот поединок, объясняет еще раз правила, которые и так всем известны. Ну, стучим по дереву. Мы с вами присутствуем при историческом моменте, уважаемые дамы и господа. Федор Емельяненко. Первый раунд. С Богом! Высокий джей-дип синг, длинные рычаги. Будет пытаться держать Федора на дистанции, конечно же, но Федору не привыкать работать с высокорослыми соперниками. Конечно, учитывает это Федор, и сейчас, опять же, на опыте держит свою дистанцию и смотрит, как эту дистанцию сократить. И постепенно подкрадывается к сопернику для того, чтобы проверить его голову на прочность коронным синг. Потому что борьба у Федора на высочайшем уровне, все это прекрасно знают. Каков здесь джей-дип синг? Потому что борьба у Федора на высочайшем уровне, все это прекрасно знают. А вот что покажет джей-дип? Как он сможет противостоять борьбе Федора Емельяненко? Не удалось зацепить правую ногу индуса. Хорошо бьет руками в туловище Федор и отвечает коленом джей-дип. Как заправский кикбоксер. Федор все время оказывает давление, несмотря на то, что по движению синг выглядит интереснее. Справа здорово попадает, слева начинается серия ударов Федора. Та самая легендарная серия ударов. Тройка, правый, левый, правый. И пауза. Затишье перед бурей, хочется верить. А в обратную сторону не переводит в борьбу. Пока еще Федор. Сваливает соперника. Ну что ж, теперь начнутся у джей-дипа синга настоящие проблемы. Здорово, право попадает. Каненко. Напрашивается прям хэмерфис сюда, да, сейчас? Но у Федора, видимо, другие задачи — отломать ручку сопернику. Переворачивается джей-дип, молодец. Но у Федора своя азбука и действия, он действительно обстоятельно, никуда не торопясь, так как и должен действовать последний. Кажется, что он даже не видит Федора Емельяненко. Вот так он в такую глухую защиту уходит. Сейчас хорошее положение у Федора. Хорошо, попадает слева. Жесткий такой, короткий удар. И тут же, вот тот самый ground and pound, хваленый, легендарный от Федора Емельяненко. Но лиха беда начала. Только два удара пришли в цель. Терпит пока джей-дип. Хорошо садится в маунт Федор. Сейчас будет отлепляться и работать в своей излюбленной, привычной, так привычной нам всем манере. Похоже, что настоящие проблемы у синга начнутся прямо сейчас. Ну, пока не будем бежать впереди паровоза, надо для начала соперника от себя отлепить. Вот, например, таким ударом. Под руку попадает. Не так сильно, но, безусловно, неприятно. Еще раз достает соперника. 3 минуты позади первого раунда. Аккуратно бьет, не по затылку, все по правилам. Ну вот, наверное, похоже, что все в нокауте уже, джей-дип. И бой останавливается. Федору даже не пришлось переходить ни на рычаги локти.